Продукцию Дмитровского молочного завода можно встретить на прилавках любого магазина, даже если он находится в другом полушарии. На сегодняшний день продукция компании – это не только творог, молоко или сметана. На заводе открыты линии по изготовлению мороженого известного белорусского бренда и твердых сыров. Ирина Роднина воочию познакомилась с производством дмитровских сыров. А ведь еще несколько лет назад руководство молочного завода о таком производстве только мечтало. Прошло 3 года, и уже другое, это не увлечение, а другой уже бизнес, и очень успешный, потому что вот мы даже были недавно на встрече с губернатором, он отметил, что сыр очень вкусный. Первый дмитровский пармезан 2-летней выдержки Илья Поначевный лично вручил губернатору. Твердые сыры изготавливаются вот в таком цехе, состоящем из нескольких просторных помещений. От резервуаров, в которых хранится молоко, огромная сеть труб, напоминающая пневмопочту. Вместо почтовых сообщений по ним летит молоко прямиком в специальную машину, где оно начинает свое превращение в будущую головку пармезана. Затем сыры проходят стадию засола и лишь потом отправляются в специальное хранилище, где созревают в течение нескольких лет. В скором будущем производство дмитровских сыров увеличится. То, что делается на территории Дмитровского городского округа, такой большой сырный кластер, я думаю, это интересно и для самих жителей, это полезно очень для развития бизнеса всей Московской области и всей страны, потому что это как раз то новое для нас производство и новые для нас возможности. По завершении экскурсии Ирина Роднина пообщалась с трудовым коллективом Дмитровского молочного завода и ответила на вопросы. Затронутые темы в основном коснулись сферы школьного образования. А затем сотрудники завода вновь пригласили к себе в гости Ирину Роднину. Ждем вас в гости на любом уровне, где бы вы ни находились. Мы вам желаем здоровья, мы вам желаем сил, мы вам желаем вдохновения. Спасибо большое.